Начал выпуск совещания по программе переселения граждан из аварийного жилфонда Дагестана вел его глава Кабмина Артем Сдунов. Так, по словам участников разговора, инвентаризацию всех 353 жилых помещений завершат в установленные сроки. Говорили также о реализации дорожной карты по федеральной адресной программе и пунктах, по которым нет движения вперед. Затронули и вопрос обеспечения инженерной инфраструктуры объектов по улицам Лиственная, Булача, Кошевого, Бибулатова и в тупике Азизова. В Рио главы города заявил, все дома подключены к сетям водоснабжения и канализации. Кроме того, уже получены новые технические условия по электроснабжению и поданы заявки на получение новых технических паспортов. Артем Сдунов призвал особое внимание уделить вопросам обеспечения безопасности функционирования лифтов в этих домах. Вместе с тем даны поручения принять действенные меры по исполнению всех пунктов дорожной карты.